Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Меня зовут Иван Русских, и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы с вами поговорим о хилатах, почему они важны для сада и огорода, и как их можно легко приготовить в домашних условиях. Все вы наверняка слышали о преимуществах удобрений, особенно микроудобрений, где важные вещества для растений содержатся в хилатной форме. Что же такое хилаты? Не вдаваясь глубоко в подробности, скажу, что хилаты – это соединение металлов, которые очень важны для растений, с особыми молекулами, которые как бы охватывают эту молекулу металла и охраняют ее от различных взаимодействий, а также существенно облегчают ее усваивание для растения. Ну, между прочим, витамины для людей тоже содержат микроэлементы в хилатной форме, поэтому это важно для всех живых организмов. А почему же так сильно рекламируются хилаты и в чем их именно важность с точки зрения сада и огорода? Дело в том, что многие микроэлементы, когда попадают в почву или на поверхность растений, становятся очень недоступными. И несмотря на достаточное количество каких-то микроудобрений, они не могут нормально усвоиться растениями, и растения испытывают недостаток. Нельзя сказать, что недостаток микроэлементов так сильно и ярко выражен, как недостаток макроэлементов, например, азота или фосфора. Азотное голодание вы выявите сразу, а вот голодание по микроэлементам, оно такое, ну, смазанное, вы можете даже не понять, в чем дело у растений. Для того, чтобы показать важность хилатных соединений, я проведу такой, ну, небольшой, очень простой эксперимент. Вот здесь, в этой баночке, у меня насыпан такой красивый порошочек. Это сульфат железа или железный купорос. О преимуществах использования железного купороса мы с вами еще поговорим в других выпусках. А сейчас я хочу сделать вот что. Небольшое количество железного купороса я насыплю к различным веществам. Вот здесь у меня ничего не насыпано. Вот здесь у меня насыпан, соответственно, железный купорос и немножечко соединения такого химического, ДТА называется, которое как раз является хилатным агентом. Ну, а вот здесь у меня насыпана простая лимонная кислота. Сейчас я залью водой все это добро. И мы будем смотреть, что же у нас будет происходить с нашими растворами. Вот обратите внимание, что цвет у нас всех растворов поменялся. Вот здесь, особенно сейчас со временем, мы увидим постепенное такое поражение этого раствора, изменение его цвета. Дело в том, что железный купорос очень сильно взаимодействует с кислородом воздуха и очень быстро окисляется. Вот здесь, где добавлено ДТА, вот здесь у нас очень-очень долго ничего не будет происходить с этим железным купоросом. Он долго сохранит свои полезные свойства. Ну, а здесь цвет даже ярче, и, в общем, тоже здесь все будет очень хорошо. В чем суть этого эксперимента? Суть этого эксперимента в том, что хилатные агенты защищают железный купорос от окисления. А ведь именно окисление железного купороса приводит к тому, что растения страдают от недостатка железа. И если вы хотите подкормить свои растения железом с помощью железного купороса, то в домашних условиях обязательно используйте лимонную кислоту. Она есть у каждого. И лимонная кислота является прекрасным хилатным агентом, который доступен всем и всякому. Точно такую же историю, ну, хотя это будет не совсем хилатное соединение, но все равно это будет комплексное соединение, можно провернуть дома и с медным купоросом. Если вы приготовите раствор медного купороса для обработки растений, он довольно-таки токсичен и плохо растворяется, и плохо усваивается растениями. И если вы добавите сюда немножечко аммиака, то вы получите соединение,
которая растворяется гораздо лучше усваивается растениями, и вот в такой форме работает в саду гораздо лучше, чем просто раствор медного купороса. Поэтому для приготовления хелатных микроэлементов можно использовать просто лимонную кислоту. Если вы особенно подкармливаете рододендроны, верески, голубику, именно такой раствор в таком виде железа, оно будет усваиваться этими растениями лучше всего. Между прочим, они довольно сильно страдают от нехватки железа. Железа достаточно, но оно для них недоступно. К тому же подкисление раствора лимонной кислотой создаст более благоприятные условия для роста этих вересковых, ну и не только вересковых растений. Еще есть один очень хороший хелатный агент, который мы можем использовать в быту. Это гуматы. И о гуматах мы поговорим с вами более подробно в нашем следующем выпуске. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Я был с вами Иван Русских и надеюсь на нашу встречу.